Ну вот, это как раз те самые водопады, называются Хезлахер, Вассерфелле. В самом деле, я такой красоты еще не видел. То есть настоящие огромные валуны, скальная порода, скальный грунт. Вот здесь вот тоже видно, что везде скала. То есть за тысячи лет все это дело поразмывало. Камни округлились. Но вот по такой тропинке, если здесь пройдет дождик, то лучше не соваться. Улететь можно только в путь. А падать, ой, как высоко. Ну вот, хорошие, великолепные валуны. Ну да, это самые настоящие водопады. На улице, кстати, жарища, просто дышать нечем. На солнце просто катастрофа. А здесь вот в лесу сейчас нормально. Возле воды прохладно. Но надо ноги под ноги смотреть. И, конечно, сюда не все, каждому сюда лучше не соваться. Только с нормальным туристом в нормальной обуви. Маленько переместился на другой берег. Ну а дальше прохода нету. Ну вот какие, это видно, как вот эта вот скальная порода, которая лежит уже, наверное, миллионы лет. То есть человек сюда еще не добрался. Если там где-нибудь вверху прошел дождик, то здесь в одно мгновение может оказаться самая настоящая река. Если здесь будет река, то меня просто смоет. Найдут потом через тысячу лет. Скажут, странный какой-то дикарь был. Какую-то коробку с собой нес. Непонятную. Вон туда туристы вниз спустились, посмотрели, уже назад поднимаются. Там, конечно, люди везде ходят, поэтому все я, конечно, там не снял на камеру. Но камни лежат, вода бежит. В принципе-то, как бы оно все и так понятно. Да. В гору карабкался, запыхался. Ну а так, я говорю, в лесу тут просто джунгли.
Интересно, как по этому лесу неандертальцы гоняли тут каких-нибудь бизонов или мамонтов. Тут пешком-то пройти невозможно, в ботинках, а они тут босиком бегали. Ну вот тоже деревце стоит, вернее то, что от него осталось стоять, будет тут оно еще долго, потому как высота, наверное, 4 метра, может быть 5. Может быть, еще оно тут 5-10 простоит, прежде чем рухнет. Вот здесь вот явно видно две колеи, одна другая. Здесь когда-то проезжал грузовик, судя по всему, какой-нибудь, скорее всего, какой-нибудь лесничий. Ну а потом все, дерево упало. Больше никто не ездит. Убрать некому. В этом лесу, конечно, в таком лесу деревья выпиливают, грубо говоря, ну, наверное, раз в 10 лет по мере необходимости. Вот тоже бревно лежит. Уже не первый день. Там кто-то красной краской маркировку нанес. Если я умею правильно считать, то тут написано 2023. А вот остальную шифровку я расшифровать не могу. Ну, в общем, дерево спилили. Там вот пенек стоит, вот он. Оно рухнуло сюда. Кусок выпилили, оттащили. Ну и все. Как говорится, проще не бывает. Ну, сейчас уже все на проторенной дороге. Дальше приключений быть не может. Вот тоже дерево, оно, конечно, не огромное. Но, тем не менее, дровишек тут, наверное, целый кубометр. Вот тоже маркировка. Наверное, 2023. Лежит огромное бревно. И никому оно не мешает. Причем, судя по спилу, то спилили его даже не в этом году, а уже гораздо, гораздо раньше. Вот тоже бревно лежит в траве. Ну ладно, на этом конец.